бой на первых боссов вообще прикольно. Два танка есть ДД. Что не нравится-то? Что, Фредди, ты шнуркир, что сейчас, блядь, он будет опять, блядь, в жопе сидеть под ДПС. Нет, мне не нравится, что нету Пети, вот, и у нас три Эрсама. Пети, я в рейде. Пети нету. Еще. Лёня, ты пьяный или что? О. А, ну ладно, окей. Лёня говна въебал. Лёня ворца спекнулся, хочет со мной потягаться под ДПС. Китайского говна, да, как в адреналине? Не знаю. Это китайское дерьмо, говорит. Еле как наскребли 25. Ох, кстати, да, можно полутать, я знаю, что я хочу забрать. Да, вообще пофиг на ДП, сейчас вармса спекнет, просто на всех боссах вармса. Давай, вармса, давай, все равно нет вармса, ни одного. А можно профит на у нас не самого бомба? Так, спекайся вармса, я только за, и покажи свои вот... Только ты меньше дашь ДПС, чем ты фурики даешь, то ты ваш пет полный при том. Фласки, да сейчас... Больше даст. Фласки сейчас раздадим? Ну. Не, ну, раздадим перед ребром. А. Давайте, ребят, РДДшники, блядь, пускайтесь, убивайте вы этого моба, давайте уже сагрили, агро повесили. Ладно. Давайте, все, погнали. Перебили тебя. Кто ты, Серега, говорил? Тихо, Жень. Кто ты говорил? Да? Где за Сумон? За Сумоне? Вообще. Что у нас, великан? Не, достану. Чумка сегодня. Чумка хорошо. Не, я могу и сходить без проблем вообще. С алкашку-то приятно ходить. Галя, Дексиона, Полинор. Илья, ты в Элеме, если что. Да, хорошо. Так, в данном этапе. И я как раз и хотел попроситься. Саня, рыбу возле босса будем ставить или сразу? Да, давай его возле босса ставим. Да, сейчас там ничего пойдет все равно. Чё мы тут стоим-то? Просто так. Не знаю. Дексиона на Йоми принимайте. Да, идите. Два танка здесь. Дексион написал, что на 5 минут отошел. А не АФК. Все, плохо, погнали, давай, дойдем до босса, потом поменяемся. Давай, ребят, собирайте, кто нормально. Соберите, пройдите, блядь, толпу, и давайте бьем. Ходите ближе. Вырубай, Жень, вырубай сразу. Надо вырубать теперь, все, давай. Не, надо вырубай. Петь нет. Кого ты хочешь вырубать? Ребро с одного удара? Да нет, Жека врубил своего спидранера. Лолу пыщ Ленин ставил. Когда бисовый рейд, нормальная тема. Ну уже долго пить стоим, блядь, что? Стоим. Так, не забываем, что боешечки все идут в ГБ на рыбу. Только если что-то прям кто-то очень нужно. А можно пародию? Да, пародия касочки есть. Если бы. Там и нормальную касочку. Чё, дай хотя бы пародию. Это самое, буду ролить топор на ПВП. Похуй, топор этот бринтроль сервить. Саня, насчет ГБ. Да, есть возможность. Кидайте туда ХП, что еще раз? Говорю, если есть возможность, в ГБ сделайте фласок на ХП. А, окей, постараемся. На некоторых боссах нужны. Ты еще 300 пустишь. Подойдите ближе все к жукам. Нажми, Коля, айсбаун. Я вообще АФК стоял. Тебе у меня агро показалось. Это на стуле. Это связано беспомощным ДКМ. Беспомощным? Ты помнишь прошлый рейд, каким ты мощным был? Как ты ломал остальные так же. Отказываемся все. Так, это на ГБ.
Скорее всего, они то же самое к этому часу сделают. Эти косты сбивать? Это у нас первый рейд, да, когда нету рок? У нас уже давно рок нету. У нас мистер Бонд. Троянский, ты чё, блин? Пёс. Если через секунду не кинется обмен. Что? Ты сам знаешь. Все роги пвпшатся. Сейчас офница, скажет свет вырубил. Чё, блядь? Это есть права, я скину вильду. Это бис, это бис. Не, скинь. Это для Лёни. Давайте, кто сролит, сразу заюзает в рангу танка превратиться, блядь. А где ты, блядь, я не вижу тебя. О, чтобы знали своих героев. Кстати, нахуй это? Сыграйте по этому, я, по жукам. Чикас. Топни чикас. Коль, нажми есть бал, если катился по откату. Жуков приоритетом добейте, включай. Ботя, ты здесь? Кадам. Всем привет. Привет. Ты здесь? Да. Так, ты здесь. Блять, ты что? Ты здесь, короче. Так что надо с первого босса или ничего не надо? Тоже отказывайте. Ничего не надо. Ничего туда. Так, теперь из команды кто-то по мейну будет это надевать? То, что выпало. Кому-то надо? О, ой, еще отказываемся. Три боешки, жесть. Слышь, у нас десятки ни одной не было. Беспредел, блядь. Давайте воровать по двух десятки. Так, я не вижу у себя ни одной в этом в рюкзаке. Троянский. Давай одну. Это не просто дойдем мне там, блядь. Я тебя не вижу, я тебе сказал. Давай я передам. Это пролаг был, там не выпало. Женя. Скидывай ВЕшку. Вы чё, блядь? О, Саня, ты выиграл одну. Ну это минус ВП, я считаю. Я все отдам, пошли дальше. ВЕшка, блядь, стоит копейки. О, ну вот это бис. Не важно, сколько она стоит, это пойдет все равно классно. Хорошо, все отдам. Скажи, в какую чайку положишь, я положу прям, блядь. Женя, Женек, тебе надо что-то с первого босса? Женек. Да, да, что-то с первого босса надо? Нет, да. Сурка, окей, без сурка тогда зайдем. Да там сейчас, короче, вообще, блядь, просто там троянский, просто есть ли смысл мне вообще там ходить на одного босса, может я просто... Он уже почти все получил. Ну что там надо? Ну там уже не могу шмотать. Ну, потому что... Надо. Да. Ну я сейчас с ним, короче, перетеру, если он скажет, что ему никогда ничего не надо, то я буду так... Улетал к нему, на одного там прыгать туда-сюда. Столик сразу и будете, мать. Ты останешься и дальше потом, пойдешь, что ты, если ты придешь, пока дальше пойдешь. Курка. Черный, пожалуйста, выходит на ребро. Стопни. Небо. Леди. Нежьте рыбу. Он забрал ступни. Он забрал ступни с леди. Давайте по фласочкам. Поставьте в кап шнурки. Я про себя говорю. А что, на ребрак квест какой-то есть? На ОД, который создал ранее.
Виклик. А можно то шарнуть его? Чего? Там на Джараксуса было и на Ребрада. Ну шарните. Поставьте шкаф. А, подожди, надо сперва огненный диапазон отменить. Блин, надо релокировать. Нет, заткнись, а? Пожалуйста. Все, короче. Поставьте шкаф для начала, десумоньте всех. Пласки возьми, Серега, ты ДДшная, Петя тоже ДДшная. Это... И не обмен мне. Поскольку давать пласки? Я еще не взял вас, подожди. По одной пока, по одной. Петя на обмен. Тебе ДДшная пласки на... Мирики квадрату обмен на ДД фласки. Кружок из ПД. И лихники. И лихники тоже. С ПД еще есть у определенных. Дать. Обмен. Квешер нити. Кидайте обмен за вкладочкой. Апокалипсис, прыгни в танка третьего. Будешь танчить вместе с ними. На первого босса. О. Спасибо. Далее. Стоять, просто буду ебладырить, как сюда. Ну вот, давай, давай, а то их сложит. Я уже... Серёга выбьется. Халюта. Милики все взяли? Чё это за хуйня? Вот это не надо, блядь. Буревестника засумоньте. Все. СПД, кто не взял кружка, берите еще. Все, я там тоже отдал. СПД уже всех на месте. Так, теперь по тому, как мы разбегаемся. Первая пати убегает влево, вторая убегает вправо, третья влево, четвертая вправо. По хилам он у ски влево. Марухич, Мавар, Буревестник вправо. Когда набегает, забегает с крутёлкой, то отбегаете в центр, либо к выходу. В ужах не стоите. Ханты, когда будет шипы, подбегаете под босса. Под жопу босса. Под шипы. Обязательно. Всё, готовность на пол. Пейте пласточки. А демон будет сейчас, не? Не. Кстати, с локами я потом поговорю, что-то еще демона сделал. Ну, так, из Морски надо что-то с первого босса? Пиши, да, нет. Быстрее. Только. По-моему, тебе ботинки должны быть надо. Нет, тогда пойдем такой пакет пока. Эмобой, шнурки. Так, инта есть. Лапку дайте. Бля, какое превращение. Что вы накидали, блядь? Все, инту отдал. Лапку дай тебе еще раз. А, у нас один пал? Урже. Да, у нас один пал. Ну, поэтому крик на АП должен быть. Тут, а кто будет кричать на АП на ДП? Да не важно, ну кричи ты. У меня на 2 очка прокачано. Я крикну. Все, все готовы, идете все три танка вместе пуляете. Геру с пула, как только подбежим. Рано запулили, лёгли. Пулять. Разверни немного, Коля. Он стоит как-то колом. Бля, апокалипсиса не перекинул. Апокалипсис тоже прохиливайте. Подшип, чё не подбежал. Разбейте череп. Быстрее, то он сдохнет. Юра, подшипы подбегай. Через секунду шип, подбегай по типу шип ханты. Все, и снова. И в огне не стойте. Разбежались, как говорил. Тотемы скиньте из трепета, исцеляющего потока, или как там, на них иногда агрится босс. В огне не стойте. Айсбаунд, Коля. Не убью. Дексиону поднимите.
Смотрите, лужа сейчас пропадет, под жопу забежите. Сань, дай ПС-ку, если есть. Шип через секунду подбегайте, ханты. Только под лицо не забегите. Сдохните сразу. Снова подбежали ханты. Разбейте враску, сзади стоит. Ну, луну разбейте, пожалуйста. Долго разбиваете. Подбегайте, ханты. Скоро будет вихрь. Разбили и приготовились разбегаться. Разбежались по меткам. Доня, ни в огне не стой. Мастера урнолет, если есть, Вадим, закинь. Колли, айсбаунд тоже, если есть, не могу знать. По идее, еще когда должен быть. Выбежали, выбежали, Юра. Под жопу все. Скоро шипы, ханты, приготовьте. Аккуратно. С от огня отойдите. Как достиг свое. У меня есть айсбаунд. О, я за тебя вообще забыл. Да я ж не удивлен. Ну, следующих. Отсыпай. Сейчас будет шип, нужно будет быстро разбить и разбежаться. Разбили максимально быстро, типа. Дальше вихрь будет. Разбежались. Ярик, да, я избал. В огне не стоим. Вадим там по кулдауну отдашь, тоже мастера орка, где должен скоро быть. Ну чё вы стоите прям и кастите Марсес? По скибиди иннер маш злей. И на Йоми может гибнуть, хотя уже добьём. Не так осталось. Если есть ПС, закинь. Ну, это бешка никому не нужна, будем ее продавать тоже, значит. Блять, брендон, что у вас смотрится. Блять. Конечно, у него отлично. Лёня не доможет. Да блять, потому что тут шипы эти ебаные, тут еще и бегать, блять. Нет, на статичном боссе армс получше было бы, блять. На сутки. Тихо. Хотя нет. Так. Да. Я не успеваю эти уже оверы прожимать, блядь. Нормально, 12 тысяч он дамажил, более-менее. Что-то ЕП все меньше. Может, уже убиваем? Зря подходит. Чай.
убить успели нас добить. Так, колечко. 250. Раз. Будрейвен. Марухи 4 сам. Будрейвен. Раз. Два. Прикинь, что мне Будрейвен. Напоминаю, боешное кольцо со СМИ 42 воды. Я не боешное, не боже. Песня. 120. О, Вадим, 125 надо? Хуета бесполезная. Нет. А, блядь, да, хуета. Короче, это на распыл пойдет туда. То вообще 250. Меня потом на босса звоните. Мирики, бейте пак трэша слева, рдет помощника справа. Этот... Кадама, Изморский, Женек, Джипси, второго босса Шлеба. Не. Да, опять так. Турфанк и далее. Слышно, да? По черепу, да, по черепу сыграйте, РДДшник. Ярик, прыгнешь в БД потом. Еще не прыгну. Я сейчас чего? Погрибайте, пиздец. Мы развлекаемся. Кинь обмен Будрейвен потом, когда добьем. Дальше. За кольцом. Или прям есть люди, кому это боешное кольцо сильно надо. Вот это вот. То туда по ИПшим. Бля, типа есть аналоги хорошие. Давай, если выпадет, в принципе, в любой момент можно тебе его туда. Ой, за iPad дать. Только что с кораблей, предхостовые. Если голда нужна, лучше продавать ее. Ну, нужна голда, голда всегда нужна. Так, Будрейвен. Типа это кольцо ничего, профита никакого не сделало. Я тоже так думаю, поэтому... Вадим, выбей типа дальше, ты достаешь. Там надо далеко убегать, чтобы не дамажил. Он, ну, выйди из рейда. Эти босса не запульте. Наёми, ты ж можешь давно сама встать и подбежать. Джанг. Три босса не подбегай, только ты запулишь. Привет, Ван. Ну вот и хапал. Что, я вам поможу? Ну хапал, да, нужен, конечно. Он в один в рейде, да. Поэтому нужен. Так, Петя, тянешь, ничего не надо было, да, с босса? С этого? Он, ну, да. Верно. Так, оставать. Не постоишь, так много вешать. Мне, по идее, только сурок нужен. Так, по идее, или нужен этот босс? Сурок, сейчас смотрю. Ну, боты, ладно, так и быть, пускай дети собирают. Остальное все шляпа. Ну да, лохни персонажи, чтобы с паской не тикал. Вань, ты скоро зайдёшь? На сурка зайду. Окей. Вань. Да. Меня тоже суманёте потом. Я в бухте стою. Сейчас. Ваню всё равно будем суманить.
6 секунд. Так. Давай Женя, либо Марухич, тогда в Лема. На ком вы? На Деве. Ой, Деве. Леди. Давай. А, Леди. Давай, а давай, в Лема, Марухич. А я же... Ты уже спекнул? Да. Значит, Марухич, оставайся в Леме. Бля, давайте раздаем. Сессы дайте на Ону обязательно, давай Дексиона ты. Далее, Ренессанс напуливай на Дестройерова, Враска... Чмыга тоже на Дестройерова. Чмыга тоже на Дестройерова, Враска напуливаешь на Юи. Теперь по пати, первая пати, Юи танчит справа, мобов. Юи танчит справа. И первая пати тоже бьет справа. Первая и четвертая пати справа. И Хант один, Враска. Третья... Второе бьют слева. Приоритетом кастеры в юбках. Так кто из вас в этом в Леме? Укиньте роу и останетесь, кто останется, чё вы? Ну всё, Женька, давай в этого. Либо перебьёшь. А, да я спекнул сейчас роли его, да. Что за глупость? Да. Я вообще бы себя поменял, бы добавился Ваню, добавился Джипси. Он больше даст, чем мне бы здесь. Да сиди пока. У тебя просто фласка выпита. У меня выпита своя фласка. Не важно. Ваню засумоньте и Леню. Первая пати бьет справа. Там выходит два милишных моба. И вы с Юей вместе. И четвертая пати бьет справа. Кроме Дестройера. По хантам. Ренессанс и Враска напуливают мобов слева, напуливают на Дестройерова. Враска напуливает на Юи. Ренессанс и Чмыга слева, а Враска справа. Место. Так и сделаем. Ставьте шкаф, Ваню, Рари, быстро. Ваня, фласка есть или дать? У меня сам щит, мне надо регнуться. У меня вся дома. Давай. Хорошо, давай быстрее. Также РДДшники, когда бьем леди, не стойте все в одном месте, рассредоточьтесь немного. Так то же самое милики. Что, Лё? Продолжи. Так, я до сурка пока могу это занять. Первая пати справа? Да. 10 раз будете каждый спрашивать. Сань, ТС вылетел, как бы, поэтому будем спрашивать. Ага. Первая пати, первая, четвертая пати бьет справа вместе с Юей и Враска по ханту. Два ханта остальных и третья пати слева. Напуливают в Дестройерова. Это Чмыга и Ренессанс два. Ваня заходит, начинаем. Также третья пачка ближе к левому краю стойте, ближе к правому краю стойте. Ханты тоже соедините, чтобы вы уже не во всех сразу тело. На второй фазе духов старайтесь не ловить, скоро будем минусовать за дух. Также, когда сказал стоп ДП, этот стоп АОЕ, готовность. Да, короче, так, похоже, Ваня, рыба есть? На БГ с этими, с полосками ХП над головами. Ну, разберешься потом, что когда будем трэшить, где-нибудь пойдешь, разберешь. Юра, чего не хватает? Каску по ДК дайте. Все, все готовы? Каску по ДК. Каску по ДК, быстрее. Запустили босса уже, давайте, пошли видеть. Лошо, мне можно дать каску ДК? Ханду каску дайте, пожалуйста. Сами себе все дайте. За гром следите, снурки. Блядь, на шнурки я на пол. Лужа. Блядь. Похуй. Колю прохильте. Все, играем по боссу. Он уже контрольте. Не убейте ее.
Они слезь ПС-ка, дай ПС-ку. Мобы через 7 секунд, через столько же контроль. Без АУЕш бьете мобов. Вначале. Приготовились отдать контроль. Машка, контролишь ты, если чай не за контроль. Машка. Не убейте Машку. Все, можете уехать, только смотрите, Машу не убейте. Дестройерова прокиньте. Алло. Давай, скибиди... Скибиди Мавар справа, или Буревестник, 4 кнопки слева. Нет, 4 кнопки и скибиди слева, все 3 хиластыны справа. Ну что, Серегу больнее пробивают. Выбежите с лужи. Все хуёво. Пока так, давай, похуй. Так, Маша, закинь иннер по Мавару. Контроль. Вудрейва на Маша за контроль. Последние помощники через 7 секунд, потом переводим босса. Дрейвен опять за контроль. Справа Юи. Служи, выбежите, айсбаун, Коля, нажми. На пульни мобов, сыграли по мобам все. Через 8 секунд по боссу без АОЕшки. Приготовились контролить милишников, там, РДшников. Через секунду контроль. Маша, приготовься. Лексиону законтрольте. Переводим босса, Юи первый танчит. Геру, как только босс переведется, вводите его в центр, там, где все РДшники стоят. И следим за духами. Все. Далее Геру. Следим за духами, рассредоточить немножко РДДшники, чтобы духи видно было, куда идут. Появились духи, каз сбили. Один идет в РДД зону, другой в мили. Все милики аккуратно. Будрейвен и Рари, Леня, как всегда, ловит. Один в мили. Да вас не ловите, вы духов, ёп. Чмыгу законтрольте. Будрейвен, что ты стоишь и стреляешь? У тебя дух идет прям. Опять на тебя бежит. Можно салю подыкаем? В милизону один дух, Леня опять, блин. Как, да, я, как они, блядь, выглядят? Фиолетовые такие. Марсета законтрольте. Масса. И в него дух кто? Духи снова появились. Приготовились. Один в мили идет. Второй тоже в мили идет. А вот Вадим. Троянский. Вот Троянский и мои лица один. Я от моей кокского убегал. Они здесь в АОЕ не бьют. Я этот мой наемник за костой гимн на ману. Идет. Идет либо на скибиди, либо на кого-то там другого. Смотрите, Ралю, АОЕ, стопните АОЕ. Не убейте его. Законтрольте. Казвейте. Опять появились духи. Следите, немножко ворочайте, блядь, хэмку не убить будет. Вон в РДД 2 бегут, Марсес один, еще. В милизону идет, смотрите аккуратно. Милики отбежали. Шо, Коля айсбаунд, если есть. Не давал. Ебать лук хуйня. Ну, этот лук, кстати, прикольный был. Раньше. Лен, ты когда мертвый, ты вот видишь себя, когда ты мертвый, духом держишь. Вот они точно такие же. Аня, этот лук нормальный или говно, скажи мне? Не знаешь? Раньше было хорошим. Раньше. Но сейчас скинь Солдогородский. Ребят, с каской определитесь.
Ребята, давай скорее поднимайтесь, побежали, ребят. Босса били без каски. Да не путите. Блять, не будет вам никакой нахуй каски, успокойтесь. Ага. Почему не будет? Отказался. Сказал, что, блять, все аддоны слетели. Без аддонов. Ну так иди сейчас. Так сижу и делаю, иди. Саня, блять, ну. Ну все. Дайте каски без кулаков, похуй на эти кулаки. Ёбните, блять, бомжи, да. Каску и не парьтесь, вы чё? У меня, бля, висит кулак. Кулак, бля, висит давно, и я не ною. Хватит пудить, ёбаный насос. Идите, все поднимите. Короче, Саня, а я чё, каску? Чё говорите, каску? Короче, вы просто... Сука, вы будете перебивать так каждый, или что? Ну-ка, минус 500 ЕП тому, кто спросит про каски. Молчать. Благословление королей есть? Можно каски? Нету благословения королей на данный момент. Короче. Сейчас будет. Плечо, надо кому 250. Гауняк, я правда. На опции 125. Там наркоманов и так далее. Надо? Раз, два, три. Никому не надо, надо сползнуть. Знаешь, мне на трансмог я кристалл закин. Да, отдам. Ваня, рукавицы нужны за 250? Да, нет? Нет. Мои Вадим. За 125. Бой. Ты серьезно? Значит, тоже на распыл. Все, я в левую пушку. Слышно, нет, бой, говорю. Бой, блядь. Идите мобов, значит, всех убивайте назад все. А есть место на корабле? Сейчас будет. Разберемся. Так. Квест, где надо было брать? Сначала или он потом будет? Сука, нигде квест, тебе скажут, где квест надо было брать. Чё ты? Заебал уже. О, накидали этих мечей, что сейчас с ними делать? Прям этих мечей накидали. Не удаляются. Пойди, Юй, пойди. Кожаные мечи. Где-то Пэт бегал в раске, может пока эту пачку цепу. Ладно, уже убьем. Этот. А, ханты, этот лук такой не очень. Просто порольте его. Если потестить, ну, на трансмут, на то выиграет тот. Не надо, не надо. Нет. Не надо, смотри. А какой квест? Забирай, забирай, я не буду брать. Еще раз кидайте. Враска. Нет, Враска кинет меня. Если 99 покидали, что психика. Квест на Чумку, по-моему. Один хуй бой, вон тех пидоров тоже надо захуярить. Пошли, пошли так кинь. Короче, потестишь, скажешь, какой это блок лучше или хуже. Этот должен быть хуже, потому что он без стоп. Но в обычке это был убийство лук, он лучше даже палика был. С ХМ. Кидай обмен. В обычном контенте. Вот такой вам нужен. Нет. Это нормальный лук. Это был убийство лук. Здесь 71 лук, он хуже, чем Столгорода. Это 100%. Арбалет. Ну, арбалет, хорошо. Большая. Паш, привет, кстати. Тебе надо что-то с босса? Мне с кораблей нужны плечи на танк, да. Ну, тогда, Серега, тебе надо что-то? А Кадами нужны эти наручи? Сейчас, да. Нужны. Ну, что я говорю. Что ты кидаешь? Это за плечами? Плечи, да. Ты можешь мне все скинуть, я распылю и потом закину. Да, давай. Так, кому там корабли нужны были, пишите. Мне. Тебе. Что тебе, какая, подожди, какая шмотка нужна? Папа. Наручи ему надо. Ну, кидай эти наручи тогда. Возьмите все ранец, наденьте. Не забудьте. Вон, звездочку поставил на него. Можно я в пушку сяду, Саня? Да, Леня, напоминаю, если ты не наденешь ранец в этот раз, тебе я не делал. Будешь летать. Я не слышно? Да. А, Рипси, это колечко слышно. Хочет, поебешьте. Короче, кто там запы нужны? Юра, ты уступаешь. Давай ты уступай. Да, я уступаю. Когда им? Офф, не персонажа, что классно.
Простов, не персонаж, дефаска, не типа. Изморский женек, надо что-то? Ну? Так. Женек, какой надо. Паска. Серега, тебе надо какая-то шмотка с этого босса? Да я уже поменял себя на прошлого. Ну, я бы пошел бы на этого, как его. Бля, сурка. На кого? На сурка хорошо. Давай Марухич вместо Дипси тогда. Офни персонажа. Дипси и еврей. Пойдем так. Все, ставьте шкаф, сумоньте Дипси и Пахлава на Кадаму. Ребаф их и погнали. Ваня, ты настроил там удон? Ваня, то, Ваня пока отойдет, ему надо, иди на замену. Марухич, оставайся, прыгни в Иршам. Заходи. Ваня, офни персонажа просто. Вадим, раздай каски всем, да и все. Ваня потом кое-какие раздай. Я могу каски раздать. А, ну давай ты. Так, у меня рыбы нет, блин. Дожили, паладинов не хватает. Доктор, поставьте ГБ, кто-нибудь рыбу надо взять. Плиз, один человек только. Благодарю. Все. Похвала на засмоньте, джипси. Так, в левую пушку апокалипсис, в одну пушку там кто садится, чмыга. Троянский сядет в самую правую, и правая предпоследняя. Если ты троянский упадешь сейчас вниз, я тебе минус все ИП сразу же. На твой риск. Залагаешь, минус все ИП. Задолбал уже. Там по самому есть, нет? Ну, уже был, значит, не доходит. Кадама. У меня крашнулось, зашел уже. Смонти. Ладно, Ваня. Ваня еще в инсте. Вы там на ком уже, то я ходил. Да я тут. Да, а, тут все, плюсы. Марухич, тебе надо, Ваня, что-то с босса? На третьем боссе надо что-то с третьего? Это корабли? Да. Нет, с кораблей. Тыкните на Пахлавана еще. Ну как Пахлавана, потому что они засумонили. Тут рыгаете, как долбоебы. Засумонить. Еще full inst. Я лечу уже сам. Full inst. Марухич, офни персонажа? Ваня, достанется. Сейчас засмонит. Он пришел, а? Нокнулся. Нокнулся? Не, еще не охнулся. Блять, еще раз он стал. Сейчас. Марухич. Вадим. Пуск. 3, 2, 1. Все, принимай. Ребята, типа хвана, Паша сразу кушай рыбку. Ёпка. Паша, ты на этом корабле. Ты на этом корабле, блин. Я упал в текстуры. Нахер стоит засмоним. Монти. Я под вами. Ну сейчас засмоним. Сразу рыбу тыкай. О, класс. Тыкни рыбу вначале, Паш, то пропадет сплав. Так. Чтобы вторую не стать. Все, запускаю босса, по пути разбафаешь каски. Все. Я уже все разбафаны каски. Ну и все. Марсес, ты МК-шку закинь, Булдрайвон. Пушки все заняты, третья пустая. Сядь в третью ты, без разницы. Напоминаю, не стреляйте в Мурадина, стреляйте в левую часть. Далее. Разрезайтесь на 90%. Можно чуть больше, главное не близко к 100, а то перегреется. Когда выходит заморозка, все равно энергия спадает. Разряжайтесь тоже. Так стреляйте единичкой, добили до 90% двоечка. Нихуя ты рассказываешь. Серьезно? 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 Ну, серьезно. Я ты не верю. Скачок, не верю, блядь. Нет. Когда ты таким гнидой стал, а? Вроде хороший мальчик. Вообще какой-то какахи какой-то, блядь. Активный.
Саня, у меня вылетело! Ура! Бля, второй краш подряд. Я не исправляю. По идее, должен быть вот за 16. А ему надо его? Да, там запы. Ну, рекаунт тебе есть еще. А вот не факт, что он в рекаунте есть. Его нет в рекаунте. Там кто-то в пушке, по-моему, был. Перелетели. Остаемся дальше на корабле. Смотрите, по Мурадину не играть. Там стрелки уже троху стаков набрали. Добейте их. Под Мурадином точечно добейте, который стрелок, РДшники только. Бомилики чисто вот атакой. Джокер, что нет рекаунта по пушкам? Скада вроде есть. Да, скаде через полученный урон врагом. Сыграли по заморозке. Ты же с улетаем? Не, сейчас добиваем еще одну простые. Внимание, он прошибает, Ваня сидит в нем. Они ему просто зубы закинет сейчас. Еще одну заморозку убьем. Даже прожмите, Коля, там айсбаунд можешь нажать тоже. Еще одну заморозку убиваем, все РДшки вообще не улетают. Не улетают. Сыграли по заморозке. Вань, нажми массакру на всякий случай, чтобы его не сложило, когда улетали. Улетели все. Жесть тут мобов, убейте их, они уже выросли. Играйте все на нашем корабле, по-моему. РДшники по стрелкам. Всем Мурадин стаки скинул, Коля как только выйдет, заморозка сразу летишь. Полетели. Включали по заморозке. Потом стрелков. Десники под Мурадином, которая, ну молодец, цепнухой, Полинор, красавчик по Мурадину. Не бей его, Ешка. Стаки ему обновляем. Джип сидет по Мурадину, наверное. В смысле, стаки ему обновляют? Он их сам обновляет, когда по танку попадает. Там от урона, по нанесенному. Тоже. Нет. Вон, смотри, стрелян. Давай проверим. Но. Не, ну ты уверен. Спамлю чуму. Бля, значит я перебудал. Тогда извиняюсь, я всегда думал, что когда ты дамажишь, обновляешь. Именно когда он попадает. В общем, зайти-то я зашел, но я один, на пустом корабле, никого нет, и чат не листается, нихера не делается, поэтому я походу... Погрузилась еще. Я минут 5 уже жду. Окей. Улетаем быстрее, ребят. Там сейчас уже... Сундук никто не трогайте. Пока. Просто топ-1 в пушке сидит. Ну, как всегда. Блять, а меня что-то тпхнуло. Рано, рано, ДБ скажи. Многих тпшнуло. Чё ты это? Не успел просто. Ты что-то бьёшь слабо, блядь, здесь тоже слабо бьёшь. У меня пушка без... Скорей, да? Пушка сломана была. Да, заходись. Кадама, ты этот... Что там у тебя? Я на корабле. Попробуй, зайди ещё раз. Поставьте в кап, попробуйте его засмонить. Пока. Сейчас разберемся.
кто там что хочет. О, ну, все. Что, пришел, тебе? Можно я всем прот раздам? Сум пришел, все. И запад. Кольцо. Что, сгодите? В прошлый раз никому не нужно было. Что, запад упали? Ладно. Кольцо-то какое-то неправильное. Хорошее кольцо. Запускай. Подожди! Кому нужен этот босс? Теперь я захожу. Да, сейчас. Разберемся. Давайте сначала заебашим, ладно. Потом. Вот когда мы, ты теперь вместо Юры, тебе, по-моему, этот босс не нужен. Не нужен. Короче. Тогда вот Юра сразу вместо тебя. Наручи нужны этикам? За десятку заберу. Не, за 50. Раз. На ОФ. На ОФ 125. Раз. Леня, давай за 250. Раз, два, три. Кидай мне два. Ну, давай быстрее. Вань, дай, пожалуйста, ты или кто там, касочку по паладину. Дальше, колечко следующее. Спасибо. Надо на мейн 250. Раз, два, три. На ОФ 125. Ну, тут раз, Толгород. Два, три. Так, роги у нас нет, поэтому на трансмут за один кристалл. Быстрее, раз. Дольте. Можно. Фулбаф, да, можно. Короче, никому не надо подходить. Так, Женя, ты здесь? Я здесь, но я пока вышел, там как место вступить. А, понял. Так, Петя, в рейд вместо Жени давай тогда. Я тебе могу, Саш, пока здесь сидеть, их понадобится. Изморский зачем? Хорошо. Так, Женек, надо. Кому не нужен этот босс сферу? И кому нужен еще? Плюсуйте. Да, для начала. Зачем? Изморский тут? В смысле изморский тут? Я за запами. Воля мне нахер не нужна. Изморский не в рейде. Короче. Петя, ты за запами, да? Надо еще кому какой-то смот. Изморский, Женек. Эмобой, Джанг. Кому-то из вас надо, не надо этот бой. Скажем так. Воля Женьку нужна. Изморский, ты волю точно не заберешь. Сиди, успокойся. А да. Кто на Олю претендует? Короче, два из локов. Эмобой, давай этот лошадный персонаж. Или тебе надо что-то? Значит, чудом. Я сегодня поставлю крита, себя доберу. Да подожди ты, Фуди! Ты более, я написал мне сокер и пух. Это пуха никому не нужна, кроме меня. Все, я давай, Эмобой тогда офн персонаж, да. Джанг, нужно что-то? Плащ. Плачьте, хорошо. Так чего на Будрэйвен? Серега, кстати, тоже смотри. Будрэйвен, давай, офни. Саня, я пришел. Знаете, как это, подтвердить аккаунт? Через почту сначала на сайт заходишь. Давай, может, не здесь это будешь делать. Ставьте шкаф. Помните, Войда, Женька, Изморского, Полинора, вот эти все. Я здесь, меня Войда не надо снимать. А. Но. Ставлю рыбу. Серега, Дестройер, тебе надо что-то с босса? С какого? С рука. Ну, пояс заняли надо. Пояс. Ну, заходи тогда. Паша, давай в этого... В ретрика. Окей. Заходи вместо Дексиона. Нам не нужно ничего с босса, да? Дань. Все, тоже офф не персонажа тогда пока. Самоните дестройера еще. Кто класс придает? Кому обмен?
Петя был и Серега как раз. Вот сейчас вот с Моним. А вы на ком сейчас? На 40 я надо, что с 40? Ой, еще раз. Он не улетел человек. 40 не надо. Ну, все. Так чего надо вредить еще? Не принимайте, Серега, 5 секунд, там выход. Выход. Так, кому надо, что надо? Вот он, СПД у кого? Все, принимайте, Серега. Я тут. Все, ребафните всех. Погнали. У кого на СПД флоски? У меня. У кого на СПД флоски? Рынжу держите 12 Рынжу. Метров. Да, пропишите все равно 12 метров, будет проще бить. Куда-нибудь. В одно место. А у нас один да, бафните ДК, каски нету, но. Забейте про каску, забудьте, просто бафните барабан и все, и не парьтесь. Че вы? Три паладина. Бля, бафай, Паша. Паша, бафай, все, баф, каски. Каска есть у всех. Решите рейндж 12 метров. Держите ранжо в идеале. Какой ранжо держать? Вам не надо держать, вы шмелики. Сука, ты черный. Троянович, нарываешься. Тебе уже да, на ТП было предупреждение. Да-да. У меня уже руки чешутся, если честно. А у кого руки чешутся, если честно? Почеши ему ЕПшку, пожалуйста, на писали. Не-не, все. А он это, он, просто... он оделся и начал наглый становиться, короче. Да нет, нет, он просто охуел и все. Все охуел. Так, собрались, 8 секунд. Был хороший мальчик, где Руспод? Серега, пробуй трэш ловить, как получится там. Или кто-то пойдем. Почти. Забирай ее. Саш, я дашь поехал. Я половлю стаки просто. Ваня сдох. Не доебана. А? Сделал, блядь. Диван дал? Ну, пизда, плюс. Ех. У меня нет этого бафа. О, вот, появился. Появился. Стой, блядь, пизда, да. Только Ваня, блядь. У тебя вместо ебину с ЕП будет. Ран. У меня настолько много бафа было, что, блядь, я не мог его снять. А чё, заткнись уже, а? А что, блядь, ты что-то имбу какой-то говоришь? Нет, я не говорю, просто... Ты же просто напрягаешь, серьезно, вот поэтому заткнись. Сука, блядь, замоти его. Тебя слишком много сегодня. Санька, есть ПСК? Да, его, конечно, порезали, пиздец. Маш, залей пси им. Две недели назад сами порезали. Да я знаю. Мы же убили их, разве. Говорю, что порезали, и капец, точно. Интересно стало. На том прошлом потеть надо было. Интересно не стало. На прошлом надо было вагонов выбросить и все. Ну да, там... Прям надо зарядная пачка была. Чтобы была. Так и по тактике надо убивать было, без тактики. Кто не бьет. Сосаня.
Он всегда на всех серверах превращался в манекен. Поверь, здесь он был, блядь, прикольный. Когда да я фиксили. Там, что потом все равно фиксили. Ну это да. Санька, если есть пьеска, закидывай. Стоп, поймай. Выбирай. Вот если бы так энергия у него набиралась, мы бы его не убили бы. Вообще не так. Фиксно. Что, а есть тинер? Сейчас еще нормально манит. Ага. Сейчас, секундочку. На Йоми, дай, Егин. Коля, нажми айсбаунд, чтобы... Саня, можешь закинуть в него добычу. Меньше урона по меткам залетало. Войт, нажми тригим тоже на ману. Ваня почти просил по мане. Ей босс выбери. Запай, Воля. И... Одна шмотка падает. Диван ебал. Плачь, до свидания. Что, нарываешься? Да. Зап. А где еще третья шмотка? Давайте все свое слово, а потом я скажу свое. Это все. Бля, неужели это я хоть раз более-менее на этом боссе надамажил? Идите, открывайте, идем на тухлопуза в него морду. Я на замену пойду, да? Заберу запыль. Хорошо, да, иди. Иди. Только за это запыль. Сейчас. Тут квест как раз сюда. Ой. Открыл, тэпай. Здесь не отдавало даже только. А чё за лох рядом со мной сдох? Апокалипсис вообще в глыбе прыгает, смотри, блядь. Давай, запы. Печа 250 стар, далее. Неужели печь это будет? 250 раз. Два. И на 5 за 250 дня там, сори. Хотя бы 2 кадра, да? Хотя бы за 2, блядь. Просто стойте, стой. Аля, Петя, вот так вот, сука, с ним. Петя, ну просто отдай ему за 1000 и все. У него, блядь, есть запад. Нет, стой. Ну за 250 нет, такие запы забрать это грех, блядь. Окей, все, ладно. За, ну за 1100, блядь, поставь, хотя бы. Все, дальше забирай, ставить. До свидания. Все, забирай, до свидания. Тю. Ебать. Тю. Только, серьезно, только... забирай, до свидания. А чего вы хуйните? Соник меня правильно остановил, так что забирай, до свидания, минус касать. Ты знаешь, что, давай. В этом плане. Поэтому я... Даже не сделаем. Подожди, дело не так, не в этом. И этому... Нахуй не нужны, он просто... Если Трояну не нужны наручи, то просто Трояну не сейчас сделаем наручи. Да, давай минус косарь, Петя, заходи и забирай. Петя, заходи за его минус косарь забирай. Ну, типа, нахуя ему, если у него есть уже? Я паролил бы их. Какая разница? Так ты роль, если тебе они нужны. А этот человек ролит их, а они ему нахрен не нужны. Я себе завтра, блядь, в понедельник с этого говна заберу, ладно. Петя, заходи за запами. А, сейчас зайду. Отнимай этот твой минус косарь. Нахуя? Петя, блядь, потому я что... опять попади нахуй по приору. Блядь, нихуй выебаться потом. Если б нужно было, реально, нужны были бы. Туда не вопрос, а так? Бля, нахуй вы так делаете? Вот я вот притягну, смотрю на вас, вы чё, что 250? Вот кружка упадет с груля, нахуй, я 1 ДК, и она уйдет за минимум СП, нахуй, топ-3. Я тоже не пойму, зачем... Вообще, нам кто вот это вот заниматься такой хуйней, блин? Бросите друг друга, нахуй. 10 вошел, поняли? БДК... Поставьте шкаф, Петю заберешь запы и дальше. Кто пойдет дальше? Токен. Тоже 700 стар.
Джипси, Войт. Давай. Как мы сейчас? Наеми тысяч. Кровь. Ролить просто кровь будете. Просто ролить, кто-то заберет. Две штуки сразу. Сука, это поэтому по припизненному, да, будем ролить? Да, Наеми раз. Сколько там? Наеми два. Я же две поставил. Наеми. Она три. Ну. Да тут ролли чмот начались. Джипси раз. Два. Три. Кидай обмен. А вы деретесь за просто... токен, который выйдет 10 хэмк, и они там как мусор будут уходить. Ну, я как бы, ну, логика в том, чтобы быстрее одеться, а не ждать, а потом легко одеваться. Каждого своя логика. Хотите, ролите. Ваше право. Не, просто, ну, смысл спалить ЕП и ждать чего-то. Это тоже. Ну, Петя вышел за 250, пусть забирает. Чтобы ждать нормальные шмотки. Это что потом выбьет. Так. Ладно, все. Давайте второй 700 тоже. Браска 700. Раз, Полинор 1000. Браска 2. Раз, два. Буревестник 2.5. Давайте только быстрее, пожалуйста. Чего такие долгие? Тычки в раз. Раз. Или надо, чтобы я так считал. Два. Три. Кидай от меня.